Доброе утро, ребятушки. Верно, я на проводе. Что, ничего не заметили? Похудела на 3 килограмма на лице. Не видно? Вчера наконец-то попала до своей Ксюши. Начали разговаривать. Я думала, я у нее год не была. Она говорит, а вы у меня были еще до локдауна. Я говорю, вот это да. И потом вспомнила, действительно, пока мы еще были с Эрикой на кухне, помните, я делала пилинги, я линяла. А сейчас момент делать пилинги. Ты в маске, сюда одеваешь темные очки и обслуживаешь клиента. Она говорит, вот как-то ко мне приходят клиенты, и я, говорит, их не запоминаю. А о вас, говорит, я думала. Я говорю, я тоже думала, но у меня, говорит, просто, Ксюша, времени не было. Такая идеальная чистка лица, ребята. Ах, как на свет народилась, ей-богу. Сейчас надо будет дома выходные кремчики, все такое. Я уже ж духовку себя, понимаете, загрузила, поэтому время есть с вами поболтать. Что хочу я сказать? Вы думаете, я вчера свою тыкву нафаршировала? Угу. 3 раза нафаршировала. Вы думаете, у меня было время? Ага. Было. С этими марокканцами. Пришел Андрюха, я говорю, так, Андрюха, однозначно. Я тебе суп даю, я тебе то даю. Орет. Иду на помощь. Иду, Тереза, верну. Только баклажаны собрала. Вчера купила вот эти вот баклажаны. 99 евро центов за килограмм. Это вообще бесплатно. Я говорю, Ксюха, у вас тут, говорю, цены. Ну да, видно, он чуть-чуть, видите, кожица у него побитая. Но мне эта кожица не нужна. Я ж ее могу и отстранить. Значит, сегодня у нас меланзане ла пармиджана. И пару баклажанчиков надо оставить на понедельник. Ну, сейчас я их оценю. Вот, вот такие вот перцы. И желтые, и красные то же самое. 99 евро центов за килограмм. Я считаю, что это за даром. Помидоры сейчас везде дорогие. У них помидоры 1,5 евро килограмм. Так, пошла я мыть, нарезать. У меня сегодня баклажаны. И сейчас покажу вам, что будем готовить. Итак, у нас есть план Mr. Fox. У нас сегодня целых 3 плана. Что мы готовим? Рулечка. Рулечка такая. У вас рулька вот такая, да? А у нас рулька вот такая. Ну, порционная, потому что. А сколько у нас одна рулька весит? Так, чтобы вам не сбрехать. Некоторые говорят, порции у вас маленькие. Ага, маленькие. Среднюю беру. 360 грамм. Ну, выбросите косточку, конечно. Все-таки мясо остается. Так, что я делаю с рулькой? Это новый рецепт. Потому что раньше я ее делала в кастрюле. Сегодня я решила ее сделать в духовке. Хорошенько ее просаливаем. Потом мы в процессе будем ее переворачивать. Так вот, хорошенечко просаливаем. Лишней соли она не возьмет. Проперчиваем. Так что мой перчик заканчивается. Добавляю тимьянчика. Тимофей. Так, и паприка дольче, сладкую паприку. Сладкой паприки не жалеем. От этого рулька приобретает золотистый красивый цвет. Не золотистый. Куркума придает золотистый, ну не важно. Главное, очень хороший вкус. Теперь у меня, видите, ножки сельдерея так небрежно брошены. И чуть-чуть поливаю оливковым маслом. Это масло без запаха. У нас оно называется Olio Senza di Oliva. И ставлю в духовку на 180 градусов минут на 10. Як вона тільки за усіх сторін зашкварчить, ми її пролиємо білим сухим вином. Чого ви не розмовляєте українською мовою? От так от. Прольем білим сухим вином. Я не утрирую, ребята. Ну, наш же канал смотрит Москва, Америка,
Европа. Поэтому вы уж извиняйте. Я знаю чисту українську мову. Дуже добре її знаю. Але не розмовляю. От так. Сфумом ді віно б'янко. Сейчас только наше вино испарится. Только придаст нашему мясу такой приятный вкус. Я чуть-чуть добавлю водички и поставлю тушиться градусов на 170 уже под фольгу. Пожарила свои баклажанчики. Видите, на них практически нет муки и на них практически не остается масла. Вы спрашивали, как лучше делать. Вот так итальянцам нравится больше. Хотя можно в духовке просто, желательно на бумаге их немножко. Ну, кто уж сильно на диете. Готовила, но моим не очень нравится. Смотрите, что случилось с нашей рюлечкой за это время. Начала косточка от нее отходить, видите? Я сейчас переворачиваю мордашкой вниз, доливаю чуть-чуть водички, она стала очень розовая, красивая наша рулька. Юшечка там есть, но это уже жирок самой рульки. Сейчас я еще с этой стороны посыплю немножко паприкой. Добавлю немножко воды и накрою. Уже загоревшая, накрою, чтобы лишняя жидкость не испарялась, так будет чуть-чуть вкуснее. Водичка. Воды немного, буквально на дно. Практически она уже мягенькая, рулька. Прошло всего 20 минут, но я хочу, чтобы она была вообще, знаете, такая. 6 минут, 15 я ей еще дам. Потом сделаю к ней подливочку. Такую, как делаю к своему аросту. Ребята, это будет сказка, а не рулька. Двадцать минут еще дала постоять. Смотрите, мягусенькая наша с рулька. Наша рулька. Сейчас делаю зажарочку. Добавлю, ну, буквально, ну, пол ложки муки, чтобы сделать юшечку густую. И запекла я свои баклажаны, меланзане ла пармиджана. Сделала куриные рулетики с рикоттой, со шпинатом. Я уже их показывала. И у меня осталось рикотта и шпинат. Сейчас сделаю такой великий вареник. Торта рикотта спиначи, ну, в виде, знаете, как по-нашему называют, в виде чебурека. О, точно. Ріксончик пекато, ке єрі черано марокіні, волево фарло єрі. Стін камело. Ти рекорді коль клієнтелі. Фачо ротоліні ді поло, фарчіті кон рікота спінаці формаджу. Белі. Андрюшка довело веніре оджі, альтро ке єрі. Оце вареник, ребята. Один з'їв і наївся. Верніше, один вареник на всю сім'ю. В рикотту со шпинатом я тоже чуток зажарочки добавляю. Ну, когда вкуснее, нежнее. Травушки, муравушки, солька, перчик. Опс, будто перчик. Так. Так. Та же вилочка. Та же дырочка. О-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ничем я не смазываю. Никаким яйцом. Никакому яйцу не показываю. Вот так. Ох, вареничек получился. Сейчас мы его трошки порежем. Пошматуем. Подратуем, потому что он будет сдуваться. А так не будет. Та-та-та-та-та-та. Сегодня тишина в зале, поэтому я работаю, как знаете, маэстро, делай шухуш. Делаю шухуш.
давайте, решила повторить вам подливу, потому что знаю, что есть новички, посыпятся вопросы. Старички, вы меня прощаете, вы меня знаете. Смотрите, буквально припудрила мукой. И сейчас будет немножко шумно. Эту мукичку мы обжарили. Видите? И теперь сюда я уже добавила водичку и выливаем сюда. Только она у нас закипела, блендером пробили, и получилась у нас такая очень вкусная юшечка. Сурулька готова. Там теплое место. У меня все блюда в зале стоят накрытые. Эту сурулечку мы тоже накрываем. Семейный вареник у нас готов. Как хорошо он отстает, когда ты его делаешь на бумаге для выпечки. Сейчас его переложим в противенчик. Куме, куме, та з'їжте ще один вареничок. То я вже на першому сижу. Дырочек практически не видно. Он практически. Ну как, чуть-чуть раздулся, конечно, но... Классный вареник получился. Угадайте с трех раз. Я свою тыкву начинила. Ага. Во-первых, не хватает места. Что куда ставить? Думала, всего по чуть-чуть. Всего по чуть-чуть наделала. Что ты тут бурлишь, кипишь? Печеночка. Вени. Вени Перфегатовский. Лукьяновский. Поняли? Сейчас тут будут жариться гамбургеры, а сюда же еще лазанья придет, гамбургеры, вон они. Ой, такие рулетики смачненькие получились, смотрите. Андрюха говорит, хочу попробовать эти рулетики. Эту надо полить юшечкой. Юшечка такая застывающая. Вот такая вот суперская. Сегодня даже картошку не допекла до румяности. Ну, она готовая, но не румяная. Времени не хватило, ребята, вроде то все, 5-10, и так вот. А, еще торт не принесла, сейчас еще торт вынесу. Говорю, Стефани, попробуем Стинка, если останется. Только начался обед уже, Стинка не останется. Как и вот эти вот инвольтини. Но сейчас придут те, которые едят вот это. Давайте лазанюшку вам покажу. С песто. Видите, какая красавица. Опс, нему. Съел комплект, еще хочет. А-а-а, кончилось. Хе-хе-хе-хе. Смотрите, все, вылизали. Все, даже томатного соуса и того не осталось. Ложка песто и ложка пасты. До побачення, ребята. Weekend, weekend. Хорош. Ресторан закрыт, все ушли на фронт. Одна посуда осталась. Ребята, хочу вам погоду показать. Посмотрите, что у нас. Плюс 20 градусов. Это вообще. Вчера было плюс 11. Лето решило к нам вернуться, что ли. Не вы поняли? Пошла жар. Красота какая. Это что у нас? Суббота, воскресенье такие жаркие будут. Интересное кино. А? Какие небеса. Серо-голубые. Непонятно, с чего это такая жара.